Всем привет! Собрались мы за Корюхом и Навагой. Поедем мы в Онежский залив Белого моря. А точнее, будем мы ловить на выходе речка Ухта в Онежский залив. И туда мы погоним через деревню и речку Кианда. Там есть зимник берега. Но зимник ужасный. И мы погоним, в общем, по морю. Там где-то порядка, ну, может, где-то 25-26 километров морем идти. На снегоходе. Сейчас я собрался, заправил тормоза. Еду, собираю ребят, потом едем, забираем снегоход. И в путь. Но путь такой не ближний тоже. Надо ехать часа три на машине, потом час на снегоходе, там, ну там, плюс-минус. Но что-то либо ближе не ловится у нас. Ловится сейчас на сухом море сик, клюет на выходе Кади. Корюха нету. На Кумбуже с переменным успехом там, ну, непонятно. Где сядешь, где попадешь, как бы и мелочевка одна. А там вроде поклевывает, там, в Онежском заливе. Рыбка собралась. Ладно, все, погнал за ребятами. Так, сейчас время 2 часа ночи. В 2:15 забираю Димыча. Едем в гараж, забираем снегоход. И потом по пути забираем Леху. И все, на трассу выходим. Прибыли мы в Кианду, выкинули снегоход, машин немного стоит, рыбаков, сейчас погоним, собираем вещи и в путь. Ну все, погнали, запаковались, уже вон рассвело у нас, с опозданием мы приехали на часок, нормально, поперли. За крупными корюхами и крупными навагами, да? Ты живой хоть, нет? Синяк во всю жопу у меня есть. Хорошо, что когда я подлетел, сам из-под меня не уехали. Я вместе с ними летел. Ну тут тропаки сидят, дорога тяжелая, конечно. Там все пишут, что дорога хорошая, но хорошего в ней мало. Ловит народ, он подергивает, потаскивает. Ну что, рыбачим, ребята? Прибыли. О, корюх попался. Молодец, хвалю. Но не крупный. Грамм 700. Ну, что-то корюх так берет-то вяленько, конечно. Ох, на балансир кто-то вообще. Ой, на балансир? На балансир. Это... Надо было еще жерлицу поставить. Да-да, извращенец. Извращенец. Дима извращенец. Табу не ловил. Единственную рыбу поймал на важину такую. Сантиметров 35. Знаешь что? На что? На рад. О, смотри, плетер. Мелочь какая подошла. Мелочь позволяет. Нам такая мелочь не нужна. А, за брюхо, поймал. За брюшко. Хотел за ушко, а получилось за брюшко. Короче, корюх предпочитает, ребята, скумбрию. На креветку не хотит, короче. А руки-то обдувает. Просто отлично. Корюх тут такой весь, когда стандартный, короче. Прибыло, вода вообще быстро прибывает. Метров 20 прибыло. Ну вы еще учитывайте, что здесь это самое. Здесь подтягивают сильно. Здесь струя такая неплохая. Подходит, что-то придавит, заденет, короче, бросит.
веры синоптиков нету все равно. Чего? Что-то шевелит нам потихонечку. Навага не крупная. Ну, колик такой, седельниковый. Вода быстро прибывает. Сейчас, наверное, скоро клев вообще стихнет. Ну, будем у былую воду сидеть. Ждать. Народу немного. Одна вот такая, как бы типа кучка. И вот там еще одна. Ну, корюх есть, не будет одергаться. Потихоньку, думаю, нацарапаем. Леха сидит, ругается. Говорит, мелкая навага. О. Мелкая навага и не клюет. А что, у тебя без корюха, что ли, да? Да вон две штучки. А ты много поймал корюх? Ну, все-таки полтора поймал уже. Ну, у меня тут было две штучки. Ага. Ну что, Дима, как у тебя позвоночник? Как пятая точка? Да, все нас тут потрясло, покидало тут бедного Диму. Хотя мы ехали очень медленно, тянулись. Сколько мы, Леха, ехали? Час, да, больше? Да, где-то час где-то с лишним. Час 59, да? И выехали. Еще 7 не было, а приехали 8, так. Ну, час 15, да, наверное, примерно? 7, да, где-то так. Час 15. Ну, в общем, да, долго показалось. Ну, показалось, я же понимаю, почему тебе долго показалось. Я, значит, такой в санках ездить. Сели глубины где-то было, ну, метр примерно подо льдом. И, видимо, было пол воды. Потом как понесло. Сейчас вот где блесна тяжелая, леска тонкая. Даже дна не достает. Шары большие на лажье. Но находится и сразу убегает. Леха там привязал. Эй! Грузило у него привязаны. Сколько там у тебя грамм? Грузило-то. Мне удочка хитрая. Сейчас я достану. Ага. Издалек цепляется. Ну вот я вижу. Так вот глубина-то чуть больше метра получается. Ну вот у него такая вот снасть-убийца, короче. Это снасть-убийца на ваге. Ну, глубина очень больше метра, а. Короче, надо ехать отсюда куда-нибудь. Да нафиг найдешь. Может, фуфель. Фуфель? Ну давай, сейчас помудим минут, не знаю, 10-15. Ну давай, я пока соберусь. В новое место переехали. Ну, где и планировали ловить с утра. Тут мельче. Ну, явно мельче, потому что лед с песком весь. О. Сейчас посмотрим, забудемся. Но погода совсем испортилась. Нам все такого не обещали. Фу. И лед здесь толще, да, Дим? Лед толще, говорю, здесь. Очевидно, более мелкое место, течение было меньше. Ну тогда, да, мельче. Вот он и толще, рапаки здесь еще стоят, видишь. Почти по ручку. Опа. Победил. Тоже с песком, да? Да. Ну вот, водичка стала. Сначала сидели так, глухо было все. Вот, а потом вроде тут какая-то стайка такая пробежала. Течение подстихает. Скоро будет поворот. Ну вот так оно, как и предполагалось. В этой кучке, куда мы не доехали, ловили корюха. Там у мужиков он даже мешки стоят с рыбой. Так что будем здесь ждать. Убылую отловим здесь воду. Ну, корюх такой весь, стандартный. Не крупный и не мелкий. Среднячок. Самый такой едовой, вкусненький. Да, нас распогодилось, но что-то рыба не берет нифига. Сейчас вот я приехал на нашу первую точку.
проверить. А здесь глубоко так, метра, наверное, 2,5 глубина получается. И тоже тишина. Поклевок нет. Ну и народ весь разъехался. Палатки остались единичные. Вся толпа туда перебазировалась, где мы сейчас сидим, вдалеке. Ну, вода уже падает, и неплохо упала. А что-то рыба не хочет клевать. Ну, ждем до малой воды. Малая, наверное, это будет часов в 6 вечера, и будем собираться потом домой. В общем, вернулся я обратно. Тут народ весь тусуется, ничего ни у кого не клюет, не ловится. Ждем пол воды, в общем. Какой-то такой маленький порыв был тут. Стайка конюшки подошла. Была небольшая раздача. И все. Да, дядя Дим? Стало вроде немножко пошевеливать. Где-то часика через два уже будет малая вода. Сейчас буквально за 15 минут поймал столько, сколько за весь день здесь сегодня, на этом месте. Но поливы нету. Что-то так по чуть-чуть собираем. Может, через часика полтора, максимум два посидим и будем домой собираться. Это вроде поклевывает. Нет такой поливы. Так подходами. Поднакидают корешков. У меня вот чисто корюх. Навага вообще штучная. У Лехи наоборот. Навага корюха мало, у Димы и то, и другое. Хотя сидим вот на одной пятачке. Друг от друга в 5 метрах. Вода почти уже малая, но воды большие, след уже лечь на дно. А у нас лед еще где-то метр глубины. Со дна до льда. Ну, подпиркивает. Народ только-только подъезжает еще на рыбалку. Ладно, не то, что мы хотели, конечно, но половили. Сейчас соберу, посмотрю, сколько получится рыбы. Вот мой улов. Пол сумки поймал, это мороженая рыба, конечно, ну так. Ну, килограмм, наверное, 5 есть, корюха. Оп. Давай, напоследок. Вял ли он? Оп! Мимо. Вяленький корюх. Давай, Светлан, дом свой собирай, палатку собирай. Нам-то быстро удочки смотали, да и все. Все, погнали домой. Дорога дальняя еще, нам часа 4 выбираться. Сначала на снегоходе. По этим рапакам скакать. Дорога плохая. Но у нас еще человек в санках. Так. Потому. Потому мы не можем быстро ехать. Ну, минут 50 ехали бы. Вдвоем, если были. Так где-то час 15 получается. Все. Оп, еще одна поклевочка. Не отпускает нас корешка. Ладно, хорош. Все, прибыли. Опять мы шли. Час 15 получается. Запаковались. И сейчас поедем домой. Парад планет. Что тут стоишь? Что? Парад планет. Парад планет. Венера. Ну только две пока видно. А нет, вон там полно, видать. Ладненько. Что, с кружки? Все, запаковались. Поехали. Видишь,